Так, ну что, мы повысили уровень крылья. Хотя, крылья они такие особо они не нужны. Так, оборудование комплект номер 2 можно сделать. 2 комплекта, да? Например, вот такую штучку поставить. И, например, быстрый переворот в воздухе не надо. Планирование в воздухе тоже, может быть, мощности. Так, ускорите мощность при сборе монет. А, это что, мощности колес? Ну, давай такое еще поставим. Не знаю, ладно, давайте стартанем на такой машинке. Сколько мы проедем. Здесь мы просто, ребята, играем, чтобы монетки собирать. Потому что монеты мы вообще все потратили. А, здесь можно было и не ставить этот ускоритель при старте, потому что здесь-то старта нет. Ага. Здесь надо было ускорение брать при помощи монет. Ну ладно, мы это переставим. Уберем. А что, берешь монетки и ускоряешься немножко. Конечно, сильно. Ох ты, ё-моё! Вот это она мне сейчас сыграла бы злую шутку. Вот это вот. Колесики эти вот. Ладно, сейчас посмотрим, сколько мы метров. Вообще, сколько метров мы проедем. Аккуратненько. Опа, есть. Ну, смотри, машинку прокачали. Уже получше едем. Оп, 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 аккуратно. Так, главное здесь подняться. Горы, которые мне нравятся, а у меня еще пока не открыты, к сожалению, карта. Надо вот эти вот звездочки зарабатывать. А, гаджет мы нехороший взяли. Ну да ладно. Ничего страшного. Давай, 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 давай. Езда на одном колесе, не знаю, сколько секунд должно пройти, чтобы оно сработало. Опа, фига. Офигеть. Сколько мы? 700 метров прошли. О, монетки. Thank you. 130 монет. О. Ну, вообще, конечно, мы много денег потратили, но... на эту, чтобы машинку прокачать. Я думаю, потихонечку можно будет покупать машинки. Чтобы, получается, ты на карте, когда проезжаешь, тебе дают звездочки. Но если ты одной машинкой много проехал, то звездочки, конечно, ты мало получишь. Ты больше их не заработаешь. Только если не будешь прокачивать конкретно тачку. А если покупаешь новые машинки, там поинтереснее будет все-таки. О, новый рекорд, видишь? А, то бишь, раньше я здесь уже не мог проехать. Вот, пошли звездочки. Видишь как? Здесь главное не разбиться нигде. Аккуратно ехать. Вот, пошли, зарабатываем звезды. О, ой, головой стукнулся. Да как так? Обидно. Обидно, очень обидно, ребята. Так, повышают нам звезды. Ага. Так, город у меня еще есть. Ладно, давай еще в лесу попробуем. И гаджеты я другие поменяю. А-а-а, что это такое? Ах, нифига, это столько можно комплектов менять. А зачем я выбрал? Подожди. Не-н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 е. Не-не-не-не-не, машинку я другую хочу. Ага. Подожди, а у него тут место тоже есть, да, на тракторе? Ой, господи, это что ж так неудобно-то сделано. А, тут только одно можно, да, поставить? Ну, давай эту штуку поставим, почему бы и нет. Так, ну мне нужен не трактор, а мне нужен вот эта машинка. И сейчас мы этой машинке, ребята, вот второй комплект, уберем вот этот, значит, получается. А туда поставим с помощью монеток. Вот эта штука, да, кажется? Да, монет. Все, поехали на этой машинке. Все, едем. О, сейчас проверим, как я раньше ехал и как сейчас буду. О, видишь как. Монетки хоть немножко, но дают ускорение. Чуть-чуть. Их надо будет прокачивать, конечно, со временем. О, видал? Так, все равно я сам себя опережаю. Так, главное не потеряться, где я играл раньше. Ох-ох-ох-ох-ох, аккуратно. Ё-моё, ёшки-муташки. Так, едем. О, здесь мы поднялись легко. Там надо, главное, аккуратненько головой не стукнуться.
Если стукнемся головой, то это будет печально. Второй раз, я надеюсь, мы не стукнемся, нормально проедем. О! Какая скорость-то, а? Так, еще чуть-чуть проекта осталось. О! Тихо-тихо-тихо-тихо. Вот я боюсь, у меня прям... Ой, аж ладошки потеют и не знаю, что делать, чтобы не проиграть. Аккуратненько мы будем сейчас это делать. Делать. Так, у нас сейчас монетки будут нам повышать скорость. Спасибо. Кстати, хороший гаджет. Опа-опа-опа-опа-опа-опа. Аккуратно. Есть. Ух, здесь хорошо проехали. Так, главное сейчас здесь. Есть. Хорошо. О, едем. Кстати, ребята, пишите в комментариях, передавайте приветы. Я вам буду передавать привет в следующих роликах. Пишите привет. Ну, обязательно, конечно, поставьте лайк. И желательно, чтобы вы были подписаны на канал. Вот, подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. И пишите привет. И в следующих роликах я буду вам передавать привет прям в ролике. Лично тебе вот напиши привет и все. Можно под каждым роликом, кстати, писать привет. Не только под этим. Потому что все комментарии, ребята, я вижу. Я все комментарии читаю. О, аккуратно, аккуратно. Ой, только главное не разбиться нигде. Нормально. Так, а где? Ой. Вот это вот нехорошее место. Так, все, мы его проехали. Все, новый рекорд, и пошли звездочки. Звездочки стали собирать. О, хорошо. Хорошо. Давайте едем. Опа. Максимально побольше надо звездочек насобирать, чтобы новую карту мне открыть. Ну, будем аккуратненько ехать. Здесь, видишь, еще... А, слушай, кстати, больше 5 монет. Есть монеты? То бишь, там 10 монет. Или 5 монет — это максимальное количество, что может нам выпасть. Кажется, да. Больше 10 монет я нигде не видел. Только 5. Ну, здесь, смотри, мы чем дальше проехали, тем... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Фух, чуть не разбились. Тем больше монет мы получаем. Ох ты, смотри. Мне монеты, как бы, знаешь, ускоряют назад. Так, мне нужно... О, ускоряет вперед. Есть. Взяли мы бензобак. Фух. Так, теперь нужно нам в эту гору заехать. Не знаю, получится или нет. Давай. Еще немножко, давай. Давай, пожалуйста. Есть. Поднялись. Теперь бензин нужно искать. Где тут бензин вонючий? Вот он, бензинчик. Так, мне главное доехать до бензина. А, уже кончилось. Кончается бензинчик. Есть. Отлично. 500 звездочек заработали. Это очень хорошо. Это очень хорошо. Нет. Фух, головой мы стукнулись, все хорошо. Угу, отлично. Нифига себе, может быть, мы 1000 звездочек заработаем. А, 1000 звезд было бы неплохо. Я не помню, сколько там мне надо. Столько мне там звезд осталось собрать. До новой карты. Нафига, наверное, стопудово. О! Отлично. Вот, хорошо, что мы улучшили двигатель. Так, а здесь надо аккуратненько ехать. Вот так, чтобы вот в озеро-то не упасть. Если бы упали бы в озеро, то капец было бы. Капец. Так, давай еще немножко. Давай. Во! Ой-ой-ой-нет. Блин, не хватает у нас мощности. Блин. Давай еще раз попробуем заехать. Бензина еще, в принципе, хватает. Сейчас попробуем. Не. Далеко мы не проедем. А, нет, смотри, заехали все-таки. Все-таки заехали. Теперь найти бензинчик. Блин, бензина уже мало. Ребята. Да, все уже. Бензин заканчивается. Ой-ой-ой, где же этот бензин-то, а? Так где же этот бензин-то, елки-палки? Все.
Кончилось топливо, ехать дальше нет возможности. Ну ладно, хоть только проехали, тоже хорошо. Эх, сколько мы там звездочек-то собрали.